Мы самым решительным образом осуждаем это действие, которое в очередной раз прошло в столице Латвии, в Риге. Это полный позор не просто для Латвии, это позор для всей Европы, для Европейского Союза, членом которой является Латвия. Дело в том, что нацизм осужден во всем мире как тягчайшее преступление против человечности. Нацисты совершили такие колоссальные преступления, которые вспоминаются и сегодня, через 65 лет после окончания войны. И вдруг на улице одной из европейских столиц выходит толпа недобитых фашистов, которая демонстрирует свою приверженность идеям гитлеризма. И надо сказать, что легионы СС, особенно прибалтийские легионы СС, это совершенно особая категория. Это не просто военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях на фронте. Легионеры СС в Латвии, Литве и Эстонии занимались тем, что уничтожали мирное население. Это самые страшные карательные отряды. Это люди, которые сжигали, душили в душегубках, уничтожали в концлагерях десятки и сотни тысяч мирных жителей. Преступлением против человечности нет срока давности. И любое нормальное цивилизованное государство должно было категорически запретить марши недобитых эсэсовцев. И то, что это происходит в столице одного из государств-членов Европейского Союза, это позор, еще раз говорю, не только для правительства этого государства, но и позор для всего Европейского Союза. Это говорит о лицемерии Европейского Союза. С одной стороны, они изображают себе борцов за права человека, за гуманистические ценности. И с другой стороны, они ни малейшим образом не протестуют против марша тех, кто уничтожал десятки и сотни тысяч людей в душегубках и в концентрационных лагерях. Это чудовищно. Это вообще не укладывается в голове, что такое нынче возможно. Но это показывает двуличную природу того же самого европейского гуманизма. Когда им выгодно, тогда они закрывают глаза на все это дело. А выгодно им потому, что нынешняя литовская, латвийская власть выступает как антироссийская сила. Именно поэтому Европейский Союз закрывает глаза на это чудовищное деяние, только потому, что они очень рассчитывают и используют Латвию как плацдарм для наступления экономического, политического и, возможно, военного наступления против России. И в этой связи они готовы игнорировать вот то, что происходит нынче на улицах города Риги. Поэтому фракция КПРФ самым решительным образом осуждает это и требует как от латвийских властей прекращения этих безумных маршей нацистов, так и от европейских властей. Они обязаны обратить внимание на то, что попирается элементарная норма международного права, которая категорически запрещает пропаганду нацизма. И это происходит в Европе сегодня. Еще раз говорю, это говорит о лицемерии Европейского Союза.